Ну, мы сейчас все, конечно, песни не будем по разрядке. Очень много песен тоже, они на разную тематику. Тут есть песни, где там, ну, когда обида какая-то, вот девушка, например, там ее бросил молодой человек, у нее обида, да, это тоже обида же очень тяжелое чувство, тоже от которого надо пожелать по возможности избавляться, а просто так избавляться, ну куда ты его денешь, да, его нужно трансформировать. Вот. Есть песни, которые как бы посмотрите обида, с другой стороны, она как бы очень достаточно веселая песня. Вот. Но самая вот моя любимая, кстати, хотела вообще с нее начать эти песни, забыла. Мне сейчас так досталось, я скажу. Вот самая первая песня, которая вообще мне попалась на тему разрядки, это «Зимушка, зима». Очень интересная песня. Я ее маленько включу послушать. Мы тоже все ее не будем слушать. Ой, зимушка, зима. Тихо, да? Ой, зима, зима была. Ох, и не моя, Росика, меня. Сейчас дальше прочитаю, тут долго слушать, ролика не хватит. В саду повесила, повешивши домой пришла, к двору села Яна на скамью. Яна — это она, это не имя, это она, так говорили, Яна. Села на скамью, еще Яна — это Юна, молодая. На скамью села и сама заплакала. Ох, распроклятая жизнь, чужим мужем жить. Ага. При мужья, да, вот все, если вот с чужим мужем, вроде как он чужой, да, а с другой стороны, а при мужья вот эта жена, сама-то госпожа, а без мужья вот эта жена, горькая сирота, а пойду-ка я в зеленый сад домой мужа звать. Пойдем, значит, голубчик ты мой, сладких ягодок принакушался, малых разных пташечек принаслушался. Ну, сразу вопрос. Начинали песню с зимы. Песня начиналась в этой «Зимушка, зима». Откуда в конце песни у вас появляются сладкие ягодки и разные пташечки? Ну, потому что, опять же, возвращаемся к символизму. Никакой зимы, никаких там пташечек, как бы, соответственно, да, никакого повешения, соответственно, не происходило. Это все аллегория, говоря научным языком. Вот. Зимушка, зима. Что такое? Это невежественное время, как мы знаем, мы уже обсуждали, что у нас здесь тригуны, благость, страсть и невежество. Зимнее время считается временем невежества. Вот самый здесь сам момент, что жена, значит, не в любви, с мужем не в любви жила, это сам, уже говорит о невежестве. Да? То есть, ну, как бы это сейчас самый распространенный вариант, когда люди женятся через год-два развод. То есть любви, прошла любовь называется, да? Вот это самое понятие, что прошла любовь, это есть невежество. Ну, здесь вот сразу об этом как бы и дается понять. Вот. Ну, мужа, что значит она извела мужа, ну, где-то она вот на него и агрессию его, испытывала в его сторону какие-то негативные чувства, агрессию, неприязнь, все такое, то есть началось у нее. Вот это все у нее происходит в мыслях, соответственно, конечно, она никого, каким образом женщина может кого-то где-то повесить. И вот она это просто как бы такой образ, аллегория, что-то она в такой степени уже к нему неприязнь такую испытывает, что уже готова его буквально там, да, уничтожить. Но женщина, на самом деле, когда женщина, женщина вообще очень сильная, вот эти эмоциональные, настолько сильные эмоциональные чувства, что когда женщина либо привязывается очень сильно, да, либо наоборот, как бы, ну, как бы отталкивает, да, она этим может убивать. То есть близких, даже не только мужа, а там и детей своих, кого угодно. Особенно, когда женщина к ребенку привязывается, она тем самым убивает ребенка.
тоже так нельзя делать. Ты к слову. Так. Значит, дальше вот она пришла, значит, домой, значит, она начинает рассуждать. То есть это песня для вот женщин, у которых такой момент, когда вот уже невыносимо жить с мужем. Вот невыносимо такой степени, что уже как бы